Здравствуйте, я Валерий, покупатель квартиры в Сочи. Я не прошло и суток, как мы вернулись к себе домой в Сибирь. Из такого прекрасного, солнечного, не знаю, теплого райского уголка, как Сочи. Ну, по большому счету, мы приехали сюда доделать свои небольшие дела, так как купили квартиру в Сочи, и на данный момент там делается ремонт. И все, ремонт сделается, все доделаем, и думаю, туда скоро времени уже переедем. И еще одно. Конечно, хотел бы особое выделить Женю и Никиту за их работу, за их очень хорошую, качественную работу. Я их не знал до этого, пока не посмотрел их ролики, как они работают, как что. И, естественно, только согласился с ними встретиться. И не прогадал, ребята, не прогадал, честное слово. И еще одно. Мы еще одну будем покупать квартиру в ближайшие полгода для нашей дочери. Но это уже совсем другая история. До свидания.